В преддверии Международного женского дня и непосредственно в день праздника запланировано проведение множества акций и флешмобов. Некоторые из них пройдут в онлайн-формате, например, такие как «Завтрак для любимых», «Ты прекрасна», «Поздравления любимым» и многие другие. Но будут праздничные мероприятия, в рамках которых женщины смогут принять поздравления лично. Об одной из таких акций смотрите в следующем материале выпуска. В рамках всероссийской акции «Вам, любимые» представители районного совета ветеранов войны и труда совместно с молодежью поздравили женщин, участниц Великой Отечественной войны с наступающим праздником 8 марта. Одно из первых поздравлений принимала Зинаида Денисовна Погребенко. В следующем году Зинаиде Денисовне исполнится 90 лет. Она участница блокады Ленинграда. Блокаду Ленинграда пережила и Нина Петровна Таран. Председатель районного совета ветеранов Вячеслав Салмин поздравил Нину Петровну с наступающим праздником, сказав много теплых слов в ее адрес. Разрешите вас поздравить с этим замечательным праздником наступающим. Здоровья вам, счастья. Ну, дай Бог, чтобы вокруг вас и да, вас окружали родные, близкие. Спасибо, что не забываете. Были поздравлены и женщины, ветераны Великой Отечественной войны, с оружием в руках, защищавшим нашу страну. Добрые слова пожелания были сказаны в адрес Марии Матвеевны Сидельник, Мальвины Ивановны Порядиной и Софии Казаровны Хачатуровой. Цветы и внимание приятны каждой женщине. Дарите их каждый день. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».